Яркий пример – несоблюдение правил благоустройства на Астраханской, 40. Длинномер для разгрузки строительных материалов повредил часть тротуара и газона. Не спасли и деревянные настилы, которые водитель предусмотрительно уложил под колеса. Под тяжестью большегруза они проломились, как и тротуарная плитка. Еще одно нарушение на Гребенской, 97. Здесь на время строительных работ тяжелой техникой застройщик частично перекрыл проезжую часть. Однако без согласования с ГИБДД это делать запрещено. На место был вызван наряд дорожной полиции. Сотрудниками муниципального контроля был составлен протокол как на водителя, так и на застройщика за несоблюдение правил застройки и нарушение правил благоустройства. Большая просьба: при разгрузке строительных материалов на территорию, прилегающую к земельным участкам, необходимо провести согласование с управлением ГИБДД, если это будет перекрываться часть дороги во время разгрузки, и с заместителем главы, если вы планируете занятие муниципальной территории, то есть склонирование сыпучих материалов. Кроме того, администрация требует от застройщиков и соблюдения санитарного режима. Все строительные объекты должны быть оборудованы мобильными автомойками, чтобы грязь с колес техники не выносилась на улицы курорта. В этой части нарушители также будут привлекаться к административной ответственности.